Я думал, блин, Макс, ты что сделал? Кульбит, блядь. Привет, это просто подборка всякого говнища, которая валялась у меня в папке с записями. Я просто хотел предупредить, что будет много всяких странных шумов, потому что там было человек так 6, и это, знаете ли, много микрофонов. Довольно плат. Подразверни. О, так, хорошо, хорошо. На какой передаче? А, на нейтралке. Нормальная передача, моя любимая. Ладно. Все, Смотраков, я тебя еду догонять. Смотраков всех сбил. Смотраков, ты мудак. Я бард правосудия, тебе конец. Давай, убирай от меня. Бля, может реально скин захуячить полицейского и просто всем поставить? Получай, сучок! Ну блин, я ж такой дрифтан. Ай, нет! Да, бля. Чуваки. Да. А чё ты меня... Это Редай пришёл стебаться с того, что мы русские. Он австриец, он не понимает нас, наверное. Ну тут какой-то D2G, это явно не знаю. Да, это Dark Cloud Gamer. А, сука. Всё, отлично. Чё это было? А кто вылетел? Много. Я сейчас на 5 секунд снова дойду. Так, все остальные ходят. Аллилуйя! Ты у меня еще попляшешь, сучок. Ты с Матрякова? Да. Алло, короче, я на месте. О, вы. Добрый день. Это гонка, это серьезно, не отвлекайтесь, ничего, у нас тут серьезно все. Подожди. Я еще перед кем-нибудь чудесу. А какого цвета у меня машина? Желтого. А, оранжевого такого. Боже, а вот это уже... Правильно. Сукин сын. Нет! Есть вперед! Не бей меня, входи! Есть вперед! Давай, подожди! А, я торможу! Давайте сейчас всех, короче, ждем. Воу! А вы молодцы. Я почти проехал. Нашли место, чтобы подождать. Я, короче, где-нибудь тут. Поехали. Типа, раз, два, три, старт. Ну чё ехали, в смысле? Правильно. Да ё-моё. Нормально. Заново? Хорошо. Шашечка. Все, раз, я отлично, я два. Че, уже? Алекс, да, толпить меня. Я забыл. Нет! Нет! Это я начал. Ты что, можешь поиграть, да? Увернулся. О, нет! Обгон Тойоты! Ёбаный цвет! Ты он вылетел? Это была мама, он меня бьет. Это называется двоечка. Сука, получишь сейчас двоечку. Первым расшатал, вторым. Да кто-нибудь вылетел, да мне? Я. Почему я тебя до сих пор не вижу?
Ты меня видишь? Я нет, я вообще еду там. Понял? Кто желтый? Конечно, Конец!